Фаридуддин Аддар, Тезкират аль-Аулия, Рассказы о святых. Хазрат Абу Саид Хираз. Когда слуга Господа обращается к нему, говорил Хазрат Хираз, и между ними устанавливается связь, возникает союз, он забывает обо всем, не имеющем отношения к Аллаху, включая его телесное «я». Если бы кто-то спросил у этого человека его желание, он ответил бы: «Мы ищем Аллаха». Если бы каждая часть нашего тела имела язык, то все эти части начали бы повторять имя Всевышнего, так как каждая часть тела пронизана божественным светом и пребывает в экстазе. Таково состояние, которого достигают эти люди, что никто не смеет повторять имя Аллаха при них, потому что они чувствуют, что имя это взято самим Господом, и с ними говорит Он сам, а не другой человек. Хазрат Хираз сказал: «Однажды пророк явился мне во сне и спросил, помню ли я, что он мой друг? Я сказал пророку, что любовь к Аллаху настолько заполнила меня, что в моем сердце не осталось места, чтобы хранить любовь к кому-то другому». Хазрат Хираз учил: «Я не решаюсь запасать еду даже на ужин или держать больше одного халата. Бог, Аллах, выполняет все желания того, кем Он дорожит, даже если этот человек не просит Его об этом. Богослужение – это путь, который ведет к реализации, а богатство – лежит на этом пути тяжелой завесы. Счастье в памятовании Аллаха. Тому, кого любит Аллах, Он открывает врата в область постоянного памятования Аллаха. Аллах проявляет себя только в той степени, в которой верующий способен выдержать Его сияние. Его нельзя увидеть ни при помощи усилий, ни путем отказа от них, но своей милостью он открывает себя. Уважай время, посвящая его служению Аллаху. Совершенный святой никогда не будет выполнять работу, не имеющую отношения к Аллаху. Благоустроенность – это смертельный враг искателя на его пути. Надейся только на Аллаха и ни на кого, кроме Него».